Вот вы видите, мы опять возвращаемся к видению каждого в отдельности. Да, у меня есть свое видение, но оно должно быть, я повторяюсь, может быть, оно должно быть общей, консолидированной. Конечно, я вижу страну интегрированной. Интегрированной в европейском сообществе, имея очень хорошие отношения с нашими восточными партнерами. Когда мне говорят, что нельзя интегрироваться в Европу, иметь хорошие отношения с нашими восточными партнерами, ну, вы знаете, я помню, как это было. Мы обсуждали и переговаривали, что касается подписания ассоциированного договора с Евросоюзом, и параллельно мы переговаривали и подписали договор о свободной торговле с СНГ. Никому никто это не помешало. Но одновременно, конечно, нужно понимать, что вот то, что мы должны сделать в этой стране, это не абстрактно должно быть экономика, сельское хозяйство, туда нужно IT еще приложить. Нужно понимать, что все действия, которые должны будут сделаны, цель, и это жизненно важная цель, сделать такие, то есть сделать возможным, чтобы наши люди, которые уехали, конечно, не все, начинали возвращаться домой. Без людей и реформы не нужны, без людей и дороги никому не нужны будут, и водоснабжение и так далее. Вот все эти элементы нужно иметь в виду. И вот, да, экономика, да, там другие действия, но основополагающее – это возвращать людей ненасильно, создавать условия для людей, чтобы вернулись. Это очень важно.